Всем привет! Всем привет! И сегодня это я буду показывать обновление в Брукхейвене! Конечно! В Брукхейвене? А где же еще? Потому что обновлений тут много, короче. Вот такой у нас. Так, вот, да, сначала я поставлю дом, попробую, а потом его покажу вам. А сначала пропсы. Пропсы мне сейчас закрою дом хотя бы. Так, можно закрыть дом? Ладно. Так, будем закрывать. Короче, пропсы. Тут вот ничего не добавили. Значит, нам... Подождите. Тут вот это вот, да. Короче. Вот эти вот палаты это были. Короче, вот такой комп. Микроскопы всякие там, знаете. Сам микроскоп. Еще какие-то штучки. Я не знаю, что это сейчас. Видите? Это, наверное, какие-то пилюльки или что. Короче, вот такие вот жидкая какая-то штука зеленая. Такие вот. Не знаю, баночки какие-то. Их очень много. Дальше. Сейчас, наверное, не появится ничего больше. Чего больше, наверное, не появилось. Но сегодня я еще буду комнату строить. Вот. Да, только там. Такое появилось. Давайте закроем хату. Да, ну, на первом этаже тут довольно так и не простенько. Вот. Такая штучка. Вот так вот тоже чисто. Всякие лаборатории. Это... Сейчас, подождите. На второй этаж это вот так вот спускаешься, видите? А нет, это не второй этаж. Сейчас я на второй этаж подниму и другую вам комнату покажу. Вторая комната, вот такая вот, штучки всякие. Наверное, это лаборатория. Такие вот штучки. Все. Кто тут? Я сейчас забаню. Забаню? Что? Что? Давайте ой, спади. Сейчас я его забаню. Я его забаню специально. Без слов разобрались. Так вот, такая комната, ну там ничего. Там склад просто вот это вот. Склад дальше. Значит. А, тут я вам показываю. Вот такие клетки. Не знаю. Для чего? Ну, типа, смотрите, сейчас. Все, я в клетке, как мне выбраться? Ну, если нет соседа, или это не ваш дом, то вы отсюда не выберетесь. Еще покажу. Короче, ну это не самое главное. Самое главное, как я на крышу попаду, да? А вот я знаю как. Сейчас. На доске для этого, чтобы туда подняться. Ну, я просто сюда подорву. Смотрите как. Легко, вот потому что... Спать, где мне? Правильно, нигде. Значит, смотрите. Ну, кухня я там сделаю. Где есть, короче. Давайте там сделаем. Потому что на крыше помещение легче. Ну, лучше же спать, правильно? Ёлки-палки. Ну, давай. А. Дальше. Давайте, не знаю, где. Давайте тут. Что? Вот тут вот сделаем. Где мы будем спать? А спать мы будем на такой кроватке. Такой вот.
дальше кушать у нас будет холодильничек, короче. Такой. Где тут еда? Тут туда. Скелету. Смотрите, давайте вот так поставим. Автоматик такой. Вот смотрите. Кока-кола. И такой запас еды. Там холодильничек такой специальный. Что там берет? Сэндвич. И кока-кола, да, берет. Да. Все как надо. Ну ладно. Вот тут я буду спать, значит. Где я буду краситься? Вот сейчас покажу. Тут есть свободное место, и я тут вот заполняю их. Ёлки-палки. Вот. Зеркало давайте сейчас сюда поставим. Чтоб красоваться. Красоваться. Перед зеркалом он такие некрасивые. Красиво. Так, ну, смотрите, вот. А нет, смотрите, давайте тут комнату сделаем. Давайте сделаем. Впрочем, где же кровать какая-то обычная? Да не туда. Вот, смотрите. Такая вот кровать. Давайте внизу. Так вот ее поставим, что ли? Вот для клетки, ну, тут не воняет. Не должно вонять, давайте к этой клетке. Это ёлки-палки. Во. Строим. Вот. Прекрасно перестроила кроватью. Ну-ка, положите. Я просто посмотрю. Столик. А где же я буду кушать, правильно? Давайте небольшой какой-то столик поставлю. Ну, я думаю, этот небольшой стул. Но это самый маленький, мне кажется. И вот, кушать тут. Дальше краситься. Давайте отдыхать, типа, отдыхальную зону сделаем. Не знаю, такие существуют зоны или нет. Блин. Да. Поэтому как... Не знаю. Вот тут вот такая вот полежат. Тут такая вот подушечка. А где? А как я буду есть, правильно? Сейчас. Там я выкатываю. Есть? Ну как есть. Давайте здесь поставим, знаешь, это что? Холодильник после отдыха. Какие-то продукты, короче. Че, вот сюда поставим, да, продукты. Всякие продукты, что там? Продукты. Значит, это будет... Ну... Для еды зона. И вот такой вот. Что так? Дальше мы сейчас сделаем круг. Прекрасно, да? Короче, мы сделаем сейчас. А нет, давайте, знаешь, куда? Знаете, куда я поставим? В эти клетки. Или не туда. Эти клетки самые большие, поэтому давайте поставим туда еду, что ли. Не, ну а что? Такое. Продукты с едой. Вот так вот. Первый отдел сделан. Второй отдел. Значит, тут будет у нас стоять. Такие вот. Нет. Сейчас. Черный поднос. Нормально. Вот. Тут нормально. Давайте еще там, да?
поставлю что-то. Давайте все. Что давайте? О, господи, нет, это слишком. Вот сюда можно. Давайте поставим сюда. Так, значит, сюда можно спуститься, вкусняшки ложить. Из Старбакса давайте положим все. Лимит окончен. А ну-ка, давайте посчитаем, сколько предметов. Встречали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Всего 10. А вот. Вот такая вот комната у меня получилась. Еда. Продукты такие. Дальше вот тут вот можно встать. Работать. Играть в планшет. А тут можно это отдыхать. А вот тут вот спать. Это прям в рифму. Давайте сразу давайте уберем вот вот. А снаружи вот этот дом вообще прекрасно выглядит. Кстати, давайте я вам еще машины покажу. Короче, бесплатная и для меня крутая. Это такая бесплатная машинка. И, ну, для меня она крутая, кстати. Вот. В белом виде она вообще прекрасная, да? Ладно. Дальше добавили... Сейчас покажу такую машину. Она не за премиум. Она такая вот. Прикольная. Такая вот. Её, кстати, можно покрасить, правильно? Нет, нет. Или нет, или неправильно. Ладно, да, её нельзя покрасить. Ну, если у вас нет премии. У меня его нет. Вот, смотрите, давай. Давайте отправимся на... Ой, давайте отправимся на море. Море. И... Там покажу вам, а какой чтобы а там давайте на машине доедем и поедем с ней. На вот этой машине, но она для меня крутая. Так, вот она для меня крутая, вообще прекрасная. Сейчас мы подъедем и я покажу вам лодку, которую добавили. Лодку добавили, прекрасная. Прекрасные лодки. Вот их аж 3 добавили, вроде бы, да. Да, их 3 добавили, прикольно. Ладно. Вот первое можно... О, вот, смотрите. Такая вот. Это точно. Вот. Такая вот военная лодочка. А как тут есть? Такая военная лодка. И поэтому... Дальше красная лодка, да, она была или нет, я не знаю, но вроде бы ее не было. Вот видите, такая вот штучка. Есть много местности, многоместная. И катаешься. Сейчас эту штуку вырублю, то она мне мешает видео. Вот такая вот под мои волосы прям. Красная. И вот такая вот полицейская. Такая вот прекрасная. А все вот эти вот еще за премиум. За премиум. Ребята. Ого, какой корабль. Блин, вы видите? Вот эти последние. Ну, не акула, а последняя, самая прикольная. Ну,
конечно же, на этом, я думаю, все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. До новых встреч!